Здравствуйте, ребята! Эпиграфом нашего урока математики сегодня будет изречение известного педагога Василия Александровича Сухомлинского. Умственный труд на уроках математики – это пробный камень мышления. Посмотрите на экран и скажите, какое слово спряталось в ребусе? Правильно, это слово «задача». Тема нашего урока – решение задач изученных видов. Сегодня на уроке мы будем закреплять умение решать задачи изученных видов. Прежде чем приступить к решению задач, давайте вспомним типы задач, с которыми мы знакомились в 4 классе. Это простые задачи на движение, задачи на встречное движение, задачи на движение в одном направлении, на движение в противоположных направлениях, задачи на нахождение четвертого пропорционального, задачи на нахождение неизвестного по двум разностям, задачи на совместную работу и задачи на нахождение площади. Решим задачу номер 5 на странице 82. Давайте прочитаем ее. Скорость вертолета 240 км в час. Это в 8 раз больше скорости теплохода и в 4 раза меньше скорости самолета. Найди скорость теплохода, скорость самолета. Составим краткую запись. Какие объекты выполняют движение? Правильно, вертолет, теплоход, самолет. Скорость вертолета 240 км в час. Обратите внимание, скорость теплохода в 8 раз меньше скорости вертолета, а скорость самолета в 4 раза больше скорости вертолета. Запишем решение задачи. Давайте определим, какой это тип задачи. Правильно, это задача на движение в косвенной форме. Запишем решение задачи. Первым действием узнаем скорость теплохода. Для этого 240 разделим на 8, получим 30 км в час. Вторым действием узнаем скорость самолета. Для этого 240 умножим на 4, получим 960 км в час. Чтобы записать ответ задачи, вернемся к главному вопросу. Найди скорость теплохода и скорость самолета. Записываем. 30 км в час – скорость теплохода, 960 км в час – скорость самолета. Решим задачу номер 10 на странице 83. Прочитаем ее. В 4 ящиках всего 86 килограммов яблок. В первом и во втором поровну, в третьем 20 килограмм, а в четвертом 18 килограмм. Узнай, сколько килограммов яблок было в первом ящике. Объясни, что обозначают следующие выражения, считая, что цена 1 килограмма яблок – к рублей. Первое выражение – к умножить на 20. Второе – к умножить на сумму чисел 20 и 18. И третье – к умножить на 86. Составим условия задачи. Отметим, что известно в задаче и что нужно найти. В первом ящике и во втором неизвестно килограммов, у них поровну. В третьем ящике 20 килограммов, в четвертом ящике 18 килограммов и всего 86 килограмм. Молодцы, ребята, справились с этим заданием. Запишем решение задачи. Первым действием узнаем общую массу в третьем и четвертом ящиках вместе. Вторым действием найдем массу яблок в первом и втором ящиках. От 86 отнимем 38, получим 48 килограммов. Зная, что в первом и втором ящиках яблок поровну, запишем третье действие. 48 разделить на 2 равно 24 килограмма. Решение этой задачи можно записать также выражением. 86 отнять 20, отнять 18, разделить на 2, получим 24 килограмма. Запишем ответ к задаче. 24 килограмма яблок было в первом ящике. Следующим заданием было объяснить, что обозначают выражения, считая, что
Следующим нашим заданием было объяснить, что обозначают выражения, считая, что цена 1 килограмма яблок – к рублей. Посмотрите, к умножить на 20 – это стоимость яблок в третьем ящике, к умножить на сумму чисел 20 и 18 – это стоимость яблок в третьем и четвертом ящиках, и к умножить на 86 – это стоимость яблок во всех ящиках. Давайте подведем итог нашего урока. Какой тип задачи мы закрепили на уроке? Правильно, это задачи на движение в косвенной форме и задача на нахождение четвертого пропорционального. На следующих уроках мы продолжим работать над задачами изученных видов. Для закрепления темы урока предлагаю вам выполнить такое домашнее задание. Составить и решить уравнение номер 321, задачу 314 на странице 77. Спасибо за работу на уроке. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем урок русского языка для учащихся 4 класса. Тема урока – повторение, лексическое значение слова, состав слова. Задача нашего урока – повторить понятие лексическое значение слова, вспомнить однозначные, многозначные слова, уметь различать антонимы, синонимы, омонимы, приводить примеры новых и устаревших слов, находить фразеологизмы, научиться распознавать употребление в прямом и переносном значении, закрепить умение разбирать слова по составу. Прочитаем стих Елены Потехиной, о чем хотел сказать автор. «И было слово изначально, и значит так тому и быть. Учите словом восхищаться, умейте словом дорожить. Ловите слово чистым сердцем и в нем храните, как очаг. Горите словом и дышите, есть слово друг, слово враг». Автор говорит нам о словах. Как называется наука, которая изучает словарный состав языка? Верно, лексика. Лексика – это раздел науки о языке, изучающий его словарный состав. Сочетание букв только тогда называется словом, когда оно имеет значение. Вспомните, слова служат для названия предметов, явлений, признаков, действий предметов, количества предметов и другое. Отгадайте загадку. Снаружи смотришь дом как дом, но нет жильцов обычных в нем. В нем книги интересные, стоят рядами тесными. На длинных полках вдоль стены вместились сказки старины. И Черномор, и царь Гвидон, и добрый дед Мазай. Как называют этот дом? Попробуй, угадай. Верно, это библиотека. Найдем лексическое значение слова «библиотека» в учебнике на странице 152. То, что обозначает слово, это лексическое значение. Лексическое значение разъясняется в толковых словарях. Итак, мы видим с вами толковый словарь. Слова расположены по алфавиту. Находим слово «библиотека». Читаем. 1. Учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного пользования. 2. Собрание книг, а также помещение, где они хранятся. 3. Название книг определенной тематики – библиотека школьника. Сделаем вывод. Лексическое значение слов можно найти в толковом словаре. Слово «библиотека» имеет три значения – учреждение, собрание книг, название тематики книг. Значит, это многозначное слово. Например, однозначные слова имеют одно лексическое значение – береза, лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями. И многозначное слово, например, игла, швейная игла, хвойная иголка, медицинская игла. Выполним упражнение. Прочитайте отрывок из стихотворения Ирины Токмаковой «В чудной стране». «В одной стране, в чудной стране, где не бывать тебе и мне». Ботинок с черным язычком с утра лакает молочко. И целый день в окошко глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поет, концерты вечером дает, а стол на гнутых ножках танцует под гармошку. Вставьте пропущенные буквы, подчеркните многозначные слова, которые употреблены в переносном значении. Проверим написание пропущенных букв
словах стихотворения. Ботинок черным, лакает, молочко, глядит, картошка, вечером танцует. Слова язычок, глазок, горлышко являются многозначными словами и употреблены автором в переносном значении. Прямое значение прямо указывает на предмет, а переносное значение переносит часть прямого значения на другой предмет. Вспомним слова синонимы, антонимы, омонимы, устаревшие слова, новые слова и фразеологизмы. Синонимы – это слова, которые произносятся по-разному, но одинаковые или близкие по значению. Крошечный, маленький, миниатюрный, небольшой. Антонимы – это слова, противоположные по значению. Глубоко – мелко, далекий – близкий. Омонимы – слова, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют разное лексическое значение. Лук – огородное растение, лук – оружие для метания стрел. Устаревшие слова – это слова, вышедшие из употребления. Чело, око, уста, перст. Новые слова – слова, недавно вошедшие в русский язык. Компьютер, джойстик, скайп. Фразеологизмы – это устойчивое сочетание слов в переносном значении. Повесить нос, во весь дух, заруби себе на носу. Говоря о словарном составе языка, мы не можем оставить без внимания состав слова. Назовем значимые части слова. Корень – это главная часть слова, в которой заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов. Соль – солить, соленый. Корень – соль. Приставка – значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Посолить, досолить, пересолить. Суффикс – значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования слов. Солонка, соленый, соляной. Окончание – изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в словосочетании и предложении. Окончание образует форму слова. Соль – без соли, солить, солят и так далее. Основа – это часть слова без окончания. Выполним упражнение. Прочитайте слова, рассмотрите схемы. Ракета, лимонный, пригородный, пишет, подосиновик, гнездышко, красный, желтеет и придумаешь. Запишите слова соответственно схемам. Выделите в словах все части слова. Проверим. К первой группе слов отнесем ракета, пишет, желтеет. Вторая группа. Красный, лимонный, гнездышко. Третья группа. Пригородный, подосиновик, придумываешь. Подведем итог. Мы повторили, что такое лексическое значение слова. Вспомнили однозначные, многозначные слова, находили антонимы, синонимы, омонимы, приводили примеры новых и устаревших слов, подбирали фразеологизмы, научились распознавать слова в прямом и переносном значении, закрепили умение разбирать слова по составу. Домашнее задание. Выполните упражнение 290 на странице 133. Спешите, вставляя пропущенные буквы, замените выделенные слова и сочетания слов синонимами. Ими должны стать слова из словаря. Подчеркните в словах непроверяемые орфограммы. На этом наш урок завершается. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие четвероклассники! Сегодня на уроке литературного чтения мы продолжаем изучать зарубежную литературу и обратимся к творчеству известного американского писателя. Писатель Сэмюэл Клеменс, пришедший в литературу под именем Марка Твена, провел свое детство в городе Ганнибал. В те годы город только начал заселяться. Он располагался на берегу реки Миссисипи, огромной сухоходной реки. Здесь вместе со своими сверстниками Сэмюэл проводил время в играх и проказах, купался в Миссисипи, бродил в пещерах, расположенных неподалеку от города. Здесь, в толпе беспризорных мальчишек, он впервые увидел прототипов своих будущих героев – Тома Сойера, Гекльберри Финна.
Но детство Сэмюэля Клеменса кончилось очень рано. Ему было только 12 лет, когда умер его отец, и ему вместе со своим братом пришлось заботиться о содержании семьи. Будущий писатель изучил профессию наборщиков текстов в типографии. Он был лоцманом и золотоискателем, служил солдатом, выступал с чтением юморесок. Именно в это время проявился его литературный талант. В своих произведениях он стремился отображать всю правду жизни, все то, что он сам пережил и выстрадал. Марк Твен оставил потомкам замечательные произведения: «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Принц и нищий», «Таинственный незнакомец» и многие другие. Сегодня мы будем читать небольшой отрывок из произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Это произведение остается одним из самых любимых и читаемых произведений не только детей, но и взрослых. Первое произведение из серии о приключениях американских мальчишек было опубликовано в 1876 году. Автору в это время было чуть более 30 лет. По многим свидетельствам, Марк Твен описал в томе себя, не только реального, но и свои мечты, свои фантазии о приключениях. Главные действующие лица повести – два друга: Том, которого воспитывала одинокая тетка, и его друг Гек или Гекльберри Финн, городской беспризорник. Неразлучные в своих фантазиях и приключениях оба мальчика, но главным героем остается Том. У Тома есть младший брат, более послушный и рассудительный, а также школьные друзья, даже есть школьная подруга Бекки. Неистребимая жажда постоянно вовлекает наших героев в опасные приключения. За разные шалости и проделки Тома нередко наказывают, однако он не отчаивается и всегда находит новые забавы. Так, например, побелку забора Том превращает в увлекательную игру. Сам автор повествует о своих героях с огромной любовью, доброжелательностью и теплой улыбкой. Ребята, откройте учебник на странице 194, здесь вы увидите шестую главу «Приключения Тома Сойера». Том знакомится с Бекки. Давайте прочитаем ее вместе. Дойдя до бревенчатого школьного домика, Том вошел туда шагом человека, торопившегося изо всех сил. «По обыкновению вы опоздали. Почему?» – обратился к нему учитель. Том хотел было соврать, чтобы избавиться от наказания, но тут увидел золотистые волосы и спину, которую он узнал благодаря притягательной силе любви. Единственное свободное место было рядом с этой девочкой. Не задумываясь ни на миг, он сказал: «Я остановился на минуточку, чтобы поговорить с Гекльберри Финном». Узнав об этом, учитель пришел в ярость, ведь общение с городским беспризорным совсем не приветствовалось. Так его соседкой по парте оказалась все та же незнакомка, пленившая его сердце. Том положил перед ней на парту персик, но девочка отвернулась. Том начал уговаривать ее, и все же ему удалось привлечь ее внимание. Девочке понравилось, как Том рисует, и попросила ее научить. «Да чего же красивы, а могли бы вы нарисовать меня?» Том изобразил песочные часы, увенчанные полной луной, приделал к ним ручки и ножки в виде тростинок, а затем сунул в растопыренные пальцы огромный веер. Девочка сказала: «Чудо, как хорошо! Какая жалость, я не умею рисовать!» «Ерунда!» – прошептал Том. «Это проще простого, я вас мигом научу. Правда? А когда?» «В большую перемену вы идете домой обедать? Я могла бы остаться, если хотите». «Здорово! А как вас звать?» «Бекки Тэтчер. А вас?» «Ах да, я знаю! Томас Сойер!» «Это когда мне собираются всыпать как следует. А если я веду себя прилично, Том. Поэтому зовите меня Том. Ладно». Ну что ж, Том снова принялся царапать на доске, закрывая написанное от Бекки. На этот раз уже без всякого стеснения она попросила показать, что это такое, но Том ответил: «Ничего особенного, всякая чепуха». «Нет, покажите». «Ей-богу, не стоит, вам это будет неинтересно. Вы про меня расскажете». «Нет, не расскажу». «Ну вот вам честное-пречестное, ну самое честное, не расскажу». «Никому-никому не расскажете? Никогда? До самой смерти? Ни за что на свете? А теперь показывайте».
Да вам же в самом деле неинтересно, но если вы так со мной поступаете, я сама посмотрю. Тут схватила она своей маленькой рукой в ручку Тома и последовала небольшая борьба. Причем Том только делал вид, что сопротивляется, а сам мало-помалу убирал руку, пока не показались слова «Я вас люблю». Какой противный! Бекки моментально шлепнула Тома по руке, покраснев при этом, но вообще-то было заметно, что она довольна. В ту же минуту мальчик почувствовал, как могучая рука, словно кузнечными клещами, сжимает его ухо и тянет вверх, а затем вперед. Этаким манером его провели через весь класс и водворили на прежнее место под перекрестным огнем ядовитых насмешек. Покончив с этим, учитель постоял над Томом несколько тяжких мгновений и, наконец, вернулся к трону, так и не проронив ни слова. Ухо Тома пылало, но сердце было преисполнено ликования. Надеюсь, ребята, мой рассказ об этом жизнерадостном, веселом мальчике вызвал у вас интерес, и вы обязательно узнаете о всех его приключениях. Дома прочитайте это произведение на страницах нашего учебника, на странице 194 по страницу 200, а также подготовьте пересказ от имени нашего главного персонажа, от имени Тома Сойера. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание.